улице дети читают стихи. Я Лабиринт Друг. Шляпникова Алина, 10 лет, город Пермь. Юлия Друмина, Винты. Глаза бойца слезами налиты. Лежит он на пружиненной белой. А я должна, приросшие бинты, с него сорвать одним движением смелым. Одним движением так учили нас. Одним движением только в этом жалость. Но встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись лила, пытаясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобою!» Так скажем, церемонится беда, да и ему лишь прибавляешь муки. Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не нужно рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науки доброты нельзя по книжкам научиться в школе.